Вот Телецкое озеро. Отдых у воды. Телецкое озеро чем-то похоже на Байкал, но немножко поменьше. Есть плавающие бани-бочки. Или бочки-бани. Ну, в общем, она плавает, а вы в ней купаетесь, наслаждаетесь. Есть прогулки на катерах, самую крайнюю часть озера. Есть просто отдых, наслаждение воздухом, кислородом и окружающей атмосферой. Ну и, понятное дело, прокачка энергетических каналов. В общем, здесь замечательно, как всегда. Ну и, понятное дело, отдых, банька, шашлычки, мангальчики и т.д. и т.п.